Если бы вы докладывали тот день на семинаре, мы с вами говорили о круговороту, обороту и вот этим фондом, не совсем бы поняли вас. А понимать здесь очень просто, можно и нужно. Очень просто. Каким образом? Если оборотный фонд сырьевого материала и так далее, да, фонд обращения готовой продукции на складах и деньги на счете в банке и то оборотные средства это вместе взятые оборотные фонды плюс фонды обращения. Все просто очень. Вот это и есть оборотные средства. Так, что еще у вас? Покажите, пожалуйста, как оформили время. Тань, скажи что-нибудь, помаши. Скажи. Хай!